options. Голубым бегаешь. Или нет? Нет, все. Все. А, не, подожди. Нет, все четко. Теперь что? Вот туда? Угу. Ночное плавание. Это озвучка Гаврилова? Озвучка твоего брата Никиты. А чё? Который любит все переводить. А. Так, глухаря бы не встретить. Ну не сразу же. Не понимаю, от кого не прячется. Опять братишку захерачу. Мы сейчас лет будем думать, как тут запрыгнуть. А что вот с этим? Перетащи его сюда. А, точно. Тащится обратно. Иди. Ну давай сюда иди. Попробуй залезть на эту шнуру. Я тебя подниму. А, на нее можно залезть внутри? Да. А, нет, не. Да ее попроси. Соскальзывает? Да. О, я ее опутал своими чарами. А как обратно? Перепрыгни. Нет, с той стороны. Ну давай, давай, давай. Спасибо. Давай тогда нам вот эту, по идее, надо поднять. Чтобы это сделать, нам надо, может, потянуть веревку. Реально, кстати. Ёпта. Там вот это просто. Да нет, ну назад не тащи. Теперь тянем. О, смотри-ка, я забралась. Ты меня затянул. Да это понятно, мы должны были ее наоборот вниз тащить, мне кажется. Потому что если вот это. Сложность. А тут что? Ничего. Ну я затянул. Давай тянем вместе. Что будет? Ничего. Давай в другую сторону потянем. Только не запрыгай. Все нужно тут. И тянуть. Как не реагировать? Надо перепрыгнуть ее. Давайте тяну. Так. И чего? Давай пробовать. Так мы поднимаем. Что мы можем с этим сделать? Ты запрыгнуть сюда не сможешь. Я ничего не понимаю. Я тоже вообще ничего не понимаю. Тут ничего нет.
Ну, точно на ней посидеть нельзя. Я обязательно съеду. Залезай туда. Ну, залезай, залезай. Мы с ним скатываемся. Там больше ни с чем не взаимодействует. Если точнее было. Давай Хинс посмотрим. You need to loop the back, yarn over the bow, and lift it to swing to the spark shards. Spark shards — это вот это вот типа. Надо его раскачать, короче. Нам нужно его обернуть. Подожди. Так не, мне кажется, вот этот нужно. Задний обернуть. Нет. Обернуть надо, нет. Ты его не поднимешь. Опа, как он опустился. И чего нам с ним надо раскачать? А вот сюда его. Spark shards. Может. Ой. Идем сюда. Надо качать. Нет. Залезь на меня. Залезь. Залезь на меня. Пробуй залезть на меня. Не могу. Треугольничек. Не могу. Не могу в тебя залезть. Зажать его. Да блять, ёпта. Самый умный. Ой. Ну тянем давай. Ну давай прям под ним начнем, да. Сюда. А он не хочет. Ты чего? А ну-ка, встань туда и тяни в ту сторону, а я буду в эту. Ну и чего? Ай, нет. Чего будет? По очереди тянем, чтобы он раскачался. Давай попроходнее посмотрим. Ай, ты чё? Тянешь ты меня? А, подожди, у меня есть идея. Смотри. Смотри. Я тебя буду тянуть и запульну сейчас нахуй в космос. И чего? Пустить надо. Да. Так, смотри. А, и ты раскачаться можешь. Так, господи. Сейчас. Ой, так ты не отпускай. Ладно, я буду давай раскачаться. Давай сама, да. Да ёпта, мать. Я разучилась. Так левый это последний. А теперь? Теперь я тянусь. Ой. А. Держись. Надо тебе влево сначала. Да. Угу, ничего. Потому что пока. Да не. Я так думаю. Я раскачаться смогу. Не залезай, что нормально, веревка то прокинулась. Так. И чего? Я так не смогу раскачаться, да? Или я с ним раскачаюсь? Ты тянешь, что ли? Нет. Чтобы только его раскачать. Не надо. О!
Ладно, не тяни сама. Да, я включу. Блин, я не знаю как. Есть вариант, что смотри. Я понял. Все. Бля. Тяни. Точнее, я сам затянусь. Смотри, короче, как надо сделать. Ты должна вот сюда упасть и вот эту штуку задвинуть туда. Ты сможешь потом забраться. Подожди, только не задвигай. Верни обратно. Погнали. Двигай. Я раскачаюсь направо, запрыгну. И ты теперь подтягиваешься. Вверх. Братишка вернулся. Моя твоя не поняла. Чего? А, понимать. Совсем что-то отвык. Ну, тащи кирпич. Думаю, ты не должна узел завязать, я бы туда запрыгнул. Хотя, подожди, я все могу. Чего не поднимается? Не, блядь. Почему я не могу подтянуться? Я завязал, теперь ты можешь забраться сюда. А, и тут, наверное, батут надо сделать. Ой, я что-то. А я что-то повис как-то. Завяжу узел. Тут? Да. И чего? Цвет, лолик. Там еще узел. Где? А, тогда развязать. Это пиздец. Надо подтянуться. Вот сюда можно затянуться. Ладно, надо на соседней сначала что-то. Ты зачем отвязал-то за... Так вот, на следующий завязал за то, чё. А чё? Теперь меня, я с тобой, блин. Так.
Где я? Нет. Зоя, я же сейчас упаду. Подтягивайся. Подтягивайся. Я тянусь как могу. Хорошо, я приземлилась. Фу, я до самых краешек приземлилась-то, блин. Зоя. Так, ёпта, давай. Могу. Хватит падать. Ты чё? Чё, прыгать? Подожди немножко меня. Давай ко мне. Шоп-шоп. Подожди, тут какишь. Слева. Слева? Да, его забыли, походу. Ну, ладно. Так нет, не забыли, давай возьмем. Как? Мы обратно вернемся. Нет, я хочу взять. Ну, нам только если ты запускай, я думаю, что это не скоро будет. Я на пакости. Нахуя? Там же так будет. Ой, блядь. Хватит тянуть меня просто так. Не держи. А. Ты чё, бегаешь-то? Ой, я просто в дерево прыгаю, пойти. А как? Откакать? А, кирпич должен принести сюда. Откуда? Нет, не должен. Зря ты упала. Блять. Есть один вариантик. Не, там не спрыгнуть. Ты должна меня тут, наверное, раскачать как. Как еще? А, погоди, поставил вот тут, где я стою. Не, правее, давай. Иди правее, 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 правее. А, нет, нет. Ну тогда с той стороны, действительно. Блин, я думал через нее что-то пойду. Давай забирайся. И а далее как? А. Ай. Страховка морковка. Ты что сделал? Случайно. Я хотела потянуться на верхнюю ступеньку. Так, блядь, ты меня зачем потягиваешь? Я специально. Ой, я даже не понял, что сейчас. Да. Фу, шлёпнулся так. Давай, залезай.
Ну, подождать. Да что ты меня тянешь? Запутались тут. Как это? Не знаю как. А, в текстурах запуталась реально. Потому что ждать надо. Опа. Здорово. Бэбрики. О, я думал, какой-то жук. Обойди тут. Я ж не подниму. Так, а что далее? Просто скатить его. Он туда же уходит. Стой, стой, стой. Стой, 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 не кати. О, на, о, на. А куда его скатить? Нужно, чтобы он... Чтобы что? Сейчас, секундочку. Может, мы его должны опутать и что-то с ним сделать? Хотя нахуй. Ай. А он не опутывается, он еще из него. Так. Так надо поднять, потому что полез. Да нет, смотри, его, короче, вот так аккуратненько поднимаешь. И чего? И кто-то, кто сверху, слева, он допрыгивает до туда, я думаю, такая ситуация. Что идет? Так что ты меня держишь? Отстань. Стой, стой! А, там не ударится. Ну а далее. А, ну на мне раскачиваешься тут. Короче, полный. Крутяк, погнал. Ой, постой там. Зачем же? А, еще один такой же надо. Блять, иди. Нам надо было спрятаться где-то. А, кто-то один остается и подтягивает просто. Ну. Тяни. И от себя. Да я. Деньги. А, не еще. Да я сбегаю. Хе-хе-хе.
что запрыгнут. Я понял, что надо сделать. Так, скатываюсь. Оп. Да, блядь. Чего? Я... Что ты будешь делать? А! Да, ебаный сын. Прыгаем по пеньку 3 часа. Оп! Ой, давай. Чё давай, ты раскачиваешься? Я раскачиваюсь? Ну лучше нам, конечно, веревку с другой стороны сделать. Залезь, давай я вниз прыгну. Нет-нет-нет, нам не надо вниз. Надо. Я думаю, нам туда запрыгнуть, не пнём вверх. Подожди. Ну да, логично, конечно. А если я пониже сделаю? О, не настолько же низко. Так, блядь, ну, сука. Ну, все, нам цель-то была так вот эту звездочку забить. Я застряла. Ну давай. Блять. Оп. А. Да что? Зая! Где ты, Зая? Застряла. Блять. Ну, слава богу. Зая. Давай, 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 давай. Пу-пу-пу. Я все время забываю, кто из нас кто. Почему-то. No. Так, а тут в чем ситуация? Что делать? А туда не прыгнуть далеко? Пробуем. А, нужно допрыгнуть. Так и ты чё меня тянешь-то? Чтоб ты залез обратно. Зачем? Мне наоборот надо проходить. Вон, смотри, она нападает. Ты а чё? Тут чё? Ой. Тяни. Я тянусь. Ух! Как я? Это меня рыба выкинула, прикинь? Ну, я думаю, так и должно было. Чего музыка дальше? Боссовская. Зайчик. Ой. Нам не взяется звездочку. Да, ну а что делать? Так, это далее. Что мы делаем? А, можно нырнуть и забрать звездочку. Я уверен. Ну, я так понимаю, мы тонем, как и только если мы оба в воде.
А, подожди. Так, наверное. Нет. Ты меня не заплатил. А! Ой, ясно. Ты раскачаться можешь. Давай, залезай, залезай. И перепрыгивай. Сай, ты можешь на меня запрыгнуть? Ого. Почему можешь? Я хочу походить, я беру молоко. Блять. Ну тебя зовут. Лоу. Блядь. Тупая рыба. Ну, на меня же. Ты если дольше на пробел нажимаешь... Ведь она на пушинке может... Давай. ...сожрать. Ты если на пробел дольше жмешь, то он дальше прыгает. Давай на меня запрыгни. Нет. Блять. Ну давай. Блять, теперь я. Не, веслом прибило. Кого-то мы тут уже были. Какой-то вайп такой. Так, чё, я тянуть её можно? Одну сторону попробуем тянуть. Встань сюда. Подожди. Куда я? Я блюсь. Упф. Ну-ка еще раз. Я. Нам нужен... Да, блядь, нам нужен трамплин. Зая! Уйди! Уйди! Кого-то нужно запульнуть туда. О, запульнуть. А потом меня. Меня. Только держись. Опять пол. О, тут паучок был. Хм.
Может быть, ты не будешь скачаться. Там вон кирпичик. Где? А, подожди. Ну-ка, отойди. А чё он не пьёт второй раз? Да, это трамплинчик был. Так. Да не надо туда его было. Ладно. И чего мы делаем? Трамплинчик. Как нам кирпич, чтобы так упал? О, да. Сапон. Встань вот на эту часть доски. Ой. Поняла? Все, стой там. На краю стой доски вот тут. Так? Че, ну, чуть левее. Да, вот так. Я обосну. И... Нет, его нужно, короче, туда, а потом сюда. Да, я понял. Завязываемся. Я завязываю. Дотащишь кирпич? Ой. Прибил вниз. Пробел вниз, ты под доску можешь. Ну. Давай я там привяжу новую магазин. Ой. Ты два развяжи сегодня. Иди завязывай. Да ёпта. Смотри, смотри. А вот отсюда уже доску надо, да? Стой, иди туда. Катапультиться можешь. На другой конец. Да. Блять, как же меня ёбнуло. Лебедь. Ты реально дохлый лебедь, зая. Давай здесь. А, не могу. Он живой. Oh, no! Гагры полетели. Он нас сбросил. Лурик. Лучше бы без. Там еще много частей. Угла. Ой, смотри. Теперь я тебя за собой тяну. Тебе, видимо, понравилось очень в лесу. Видишь? Там, видимо, на третий. Mm-hmm.
Так, там это, наверное, для челленджа. Где там? Не помню. Ай. Челленджи, да? Экзит у нас в челленджере, они не надо, но... Пойдем. Давай на рычаг запрыгну. Да в него Сори. Давай запрыгнем еще. Мы сами поменялись. Опа. Спидран. Это все, что есть.